Всем привет, дорогие друзья! С вами компания Евразия Авто Трейд. Сегодня покажу обзор на нашу стоянку, где стоят автомобили, которые мы купили клиентам под заказ. Они уже все готовы на погрузку. То есть полную таможенную процедуру они уже прошли. Пошлина оплачена, утилизбор льготный для них оплачен. То есть автомобили до 2 литров, в принципе, без проблем. Приезжают, клиенты покупают. Итак, давайте, это у нас первый получается Hyundai Santa Fe 2020 года, до рестайл. 2-литровый дизель на переднем приводе, пробег тут всего 41 тысячи километров. Комплектация максимальная, Inspiration. Обошелся он клиенту 2 миллиона 400 тысяч рублей. То есть тут менялось одно крыло, получается левое, да? Ну, там глобально ничего нет. Видимо, бытовой какой-то момент был. И под замену. То есть, а так, в принципе, он в родном окрасе полностью. Никаких проблем тут не было. То есть максимальная комплектация. Электропривод дверей, парктроники, бесключевой доступ. То есть подогревы, обдувы. Тут, в принципе, все имеется. На штатном красивом литье, друзья. LED-фары, туманники. Противотуманки. Так, следующий автомобиль. Это у нас, получается, Kia Seltos. Тоже бюджетный мини-кроссовер. Посмотрите, да? В таком белом красивом цвете. Так, информация по нему. Так, получается 1.6 бензин с турбиной. 60 тысяч километров пробег. Комплектация Noblesse. Тоже максималка. Обошелся он клиенту 2 миллиона 50 тысяч рублей. То есть, это такой простенький мини-кроссовер. Кто часто, очень часто спрашивает, да? Хочу кроссовер там до 2 миллионов или там, чуть больше. Пожалуйста, друзья. Такой вот. Тоже максималки, бесключевой доступ, повторители, электропривод багажник тоже тут имеется. И такой багажничек, да, сверху необычный. Ну, это очень редко, конечно, с таким багажником. Но, тем не менее, нашлась, клиенту понравилось, выкупили, привезли. Скоро ее на отправку автовозом она поедет. Так, далее у нас что-то К5-ах прям прорвало в этом месяце. Так, Kia K5, получается, 21 год, 38 тысяч пробег, комплектация попроще, да, престиж, 2 миллиона 190 тысяч рублей, она обошлась клиенту до Владивостока под ключ вместе с нашей комиссией. То есть, ну, комплектация тут, да, попроще, подогрев передних сидений есть, обдувов нет. Получается, 2-литровый бензин, тоже в хорошем состоянии по кузову, она была в родном окрасе. Без всяких дефектов. Вот опять, друзья, К5. Она получается у нас 1.6 турбобензин. 55 тысяч пробег. 20-й год. Максималка Noblesse. 2 миллиона 380 тысяч рублей. Она обошла с клиенту под заказ, друзья. Машина немножко пыльная. Стояли уже несколько дней. Так, ну тут она комплектация жирная. Салон вот в таком, да, получается, в бежевом цвете. Салон в отличном состоянии, кузов без дефектов, без ключевой доступ. Все это дело здесь имеется. Подогрев обдувы сидений, круиз, климат-контроль. То есть, ну, машина максимально зафаршированная, да? Так, далее. Про палисад я уже снимал обзор. В принципе, все рассказывал в предыдущем видео. Можете посмотреть, кому интересно. Так, далее опять Kia K5. Получается, она 2-литровый. На бензине. Комплектация Noblesse. Тоже максималочка. 89 тысяч пробег. В таком вот белом цвете. Тоже подогрев, обдув, бесключевой доступ. LED-фары. То есть машинка максимальной комплектации, друзья. Так, про цену не сказал, да? 2 миллиона 200 тысяч рублей. Она обошлась клиенту. По кузову тут были моменты. Некоторые подкрасы имеются. То есть все это было обговорено. Клиент был на это согласен, друзья. То есть вот эти автомобили новенькие пришли, клиентские. Про Санта-Фешку, рестайлинговую версию я уже тоже в предыдущем видео рассказывал. Все показывал, можете посмотреть, друзья. Так что, такие вот дела. В общем, все растамаживается, все привозится без проблем. Кому интересны автомобили под заказ из Южной Кореи, пожалуйста, обращайтесь, звоните, пишите. Без проблем привезем для вас
самый лучший автомобиль под ваш бюджет. Напомню, что мы работаем без посредников. То есть напрямую привезем для вас автомобиль. Вы не будете переплачивать посредникам. А также во Владивостоке здесь ее русифицируем для вас. Купим запчасти, какие нужны, резину. То есть полностью подготовим для вас автомобиль по желанию. И все это сделаем без проблем. Так что, друзья, всем хорошего дня. Обращайтесь, пишите, звоните. Будем рады вам помочь.